Ой, пахло вся духами вкусными. Нервный такой. На себя же злится. Девочки мои, красавицы мои дорогие, кто мне написал? Да, это крокус. Представляете, а я-то забыла. Точно, сажала я. А вот эти вот цветочки, вот это вот я не помню, что, видите, они какие маленькие. Вот. И вот здесь, я так поняла, что я тоже их посадила, только я не пойму, почему они вот совсем вот здесь оказались. Видите, вот такие. Ну, вот фиолетовые лезут. Красивые. Вот, вдоль дорожки. Так что да. Спасибо, девчонки. Крокус. И вот мини-нарциссики открываются. Знаете, какие маленькие. Чудесные, да? Сейчас уже Дэвид приедет со школы. Ой, как у нас тут темно. Дади все закрыл. Чё это он тут закрыл все? Интересно. So dark. Он идет проверять. Пойдемте тоже проверим. Потому что он боится, что они не доливают. Красненькая штучка наверху. Значит, все хорошо. Ну, это как у нас говорят, помните? Требуйте долива пива после... Или как? Девчонки, забыла я. Требуйте долива после отстоя пены. Что-то там чек они оставляют в компании. В общем, на $581. Представляете? Вот так. И где-то 3-4 раза в год мы заправляем. Вот это он будет сегодня готовить. Я понятия не имею, что это такое. Ну, как бы это говядина соленая. Да. You have to cook in the oven, John? No. Ah, no? No, you boil it. Ah, okay. Оказывается, ее варить надо. Видите, как? А я даже не знала. Ну, посмотрим, что у нас получится. Пусть готовит свой corned beef. Говорит, что давай-давай быстрее туда вместе поедем. Я говорю, а что торопиться? Готовь. Слушайте, девочки, как же они пахнут. Ой, обалденно. Да, вот этот был Calvin Klein. И вот этот Dolce & Gabbana. Ладно, поехали, а то сейчас оборется. Увидит меня. Снова сидит там, видео снимает. А чё? Это моя жизнь. Мои мальчики, мои девочки. Я с вами общаюсь. У меня же больше никого нет. Одна. Я же не просто ною. А мне приятно. Вы мне пишете такие вещи хорошие. Если бы было у меня тут народа куча, то, наверное, бы некогда было бы с вами общаться. Бейкери, ребят, переехали они. Поэтому я не знаю, первый раз сюда иду вместе с вами. Видите, как они красиво все украсили. Цветочки. Сейчас посмотрим. Какая красота. Да. Надо Дэвиду взять вот такой капкейк. Печенье, пирожные. Ой, девочки, мальчики, мне сюда нельзя. Вот я вам серьезно говорю. Это ж вообще, это невозможно на такое смотреть. Без слез. Да, неплохо они здесь обустроились. Можно торт заказать. Подъехала я, ребят, к дому. Дождь пошел. И вот я решила остаться в машине. Сейчас посмотрим, увидит меня Джончика или нет. В общем, будем здесь ждать Дэвида. Такой капкейк симпатичный для банечки. И вот такой глазированный Irish Soda Bread называется. Чем-то напоминает наш кекс. Внутри изюм. Ну и вот в бейкере очень вкусно готовят. Вот, ребят, за все отдала $8.06. Забыл свою шапку. Видите, какой, ни зонтик, ему ничего не надо. Так, надо ему место освободить. У меня тут, видите, все завалено. Видите, варит. Ну пусть, я даже лезть не буду, потому что понятия не имею, как это готовится. Я вот по креветочкам, по курочкам. Вот это мое произведение. Смотрите, какой красивый. Глазированный я взяла. You wanna try it? Mm-hmm. It's an Irish soda bread. Because you and daddy
A little bit Irish. Daddy, half of Irish. You want to try that end piece? Yeah. Just don't want to try. You want the end piece or you want this piece? I'll try it. You want a piece too, Aaron, or not? Yeah, I'll try it. So what do you think? You wouldn't like it. It's for me and David. На самом деле, ребят, в бейкере пекут очень вкусный Irish хлеб. Looks delicious. I'm sure it's tasty. Happy St. Patrick's Day! Today is a Daddy's Day, Irish Day. Ти-т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 и. У них такие песенки прикольные у айришев. Ну и танцы тоже. Can you dance Irish dance? No. We call it jig, the Irish jig. Irish what? Jig. Jig? Видите, как называется Irish jig. Пока все разошлись, я вам покажу близко, в разрезе. Я попробовала, ребят, объедини. Он ждет, пока нагреется духовка. И будет запекать картошку. Я помыла, высушила ее. В общем, решили три. Он говорит, давай четыре. Я говорю, а кому четыре? Кто будет есть? Мясо варится. Вот, смотрите. Не знаю, что из него получится, но вот такой рецепт у ирландцев. Так, ну а я, как всегда, занята. Кто-то из девочек говорит, что я бездельница, все, мне делать нечего. А вот представляете, бездельница, а даже и присесть некогда. Вот как такое возможно? Не работаю, ничего не делаю. А бездельница. Значит, что буду делать, ребят? Буду сливать воду. Не всю. Где-то вот так. Вот они, мои красавцы. Все живы-здоровы, все хорошо. Где наша улитка? Смотрите, улитка что делает. Безобразничает. Завалила Спанч Боба, Патрика, лист вот этот передвинула. Другой лист. Процесс пошел. Вода сливается. Сейчас немножечко еще. И все. Кстати, не пахнет. Вот этот фильтр отличный, ребят. Я прям балдею. У меня два. Вот один такой я вырезаю, еще сверху вот такой, как подушка. Сейчас я их поменяю, будет отлично. Так, как там, они нормально? Ну да. Вот, смотрите, вот эту воду сейчас на бэк-ярд. Ой, тяжело-то как. Что там мои делают? Болтают? Так. Okay. Oh, the oven's not even hot yet. I gotta take them back. Oh, yeah. This is why I'm surprised you put it already. Говорит, поставил картошку. The oven takes so long to heat up. We need a new oven. I know. It should be hot really fast. Жалуется. Видите, говорит, нужна нам новая духовка, плита. В общем, все. Воду долила. Улитка вот там сидит. Я ее нашла. Видите? Вот она. Рыбы мои довольны. Все подвинула, листик подвинула. Единственное, вот этот лист поднялся. Видите? Раньше он закрывал вот это окошечко. Ну, посмотрим, они сами все передвинут. Ну что, картошечка готова. Сэй, картошечка. 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 Это potato. Джончик тут, видите, подготавливает все. Так, говорит, мясо готово. Вот стоим, ждем. How long? 5 minutes? 1 minute. I mean, one minute. I could take it out, but I'm being... Yeah, I know. Exactly. Right? Mm-hmm. Он любит, чтобы все было точно. That one says 10, David. Okay, that's ready. Okay, David, come to me. It's very hot. Come to me. Hopefully it's ready. I want to cook it. No. Wait. Ну что, девочки, мальчики... Looks like a cow's tongue. Yeah. Говорит, похоже на язык коровы. I think you're supposed to let it sit for a little while, but I don't know. It's okay. Oh, looks good. I don't have the patience. Дэвид заказал хот-дог. Говорит, я это есть не буду. You like broccoli? Я ему брокколи на пару приготовила. И салат. Выглядит неплохо. Very good. Peace and see if it's Хочет all. Попробовать. Ну-ка, Дэдди, давай. Что скажешь? Good? Да, я купила в магазине, они мне сделали скидку, по-моему, $12. Very much not good for someone with high blood pressure. Because this is a lot of salt in this.
Говорит, не очень хорошо есть у того, у кого повышенное давление. Ну что, ребят, все, приступаем к еде. Я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока.